Сузуни возводят новый реанимационно-операционный блок. В старом не было даже системы вентиляции и батареи. Почти не грели. С подробностями Сузунского района. Екатерина Ставко. Сейчас рабочие роют котлован для будущего фундамента. Почти год строители готовили эту площадку и выносили коммуникации. Главный врач Центральной районной больницы говорит, идеей строительства нового отделения он загорелся еще 15 лет назад. И вот теперь, наконец, осуществил мечту. Хирургический блок будет рассчитан на две операционные, потому что он, естественно, будет представлять комплекс экстренное, плановое, операционное. То, что касается реанимации, у нас условно она будет на 7 коек, у нас будет отдельно выделена палата для оказания помощи новорожденным детям. Обязательно будет выделен изолятор. Четырехэтажный операционно-реанимационный блок соединят с главным корпусом теплым коридором. Работы в Центральной районной больнице Сузуна разделили на два этапа. Сначала строительство отделения. На него из разных бюджетов выделили около 1 000 000 000 рублей. Второй этап – реконструкция самой районной больницы. Сегодня слышали Воронина, это генподрядчик. В принципе, он готов уже в следующем году сдать вместе с оборудованием. Потом будем вести переговоры с министром здравоохранения Хальзовым, значит, по тому, чтобы финансирование увеличить в первом квартале 2021 года, соответственно, к Новому году сдать уже готовый корпус вместе с оборудованием. В канун Дня медика сузунским врачам сделали подарок. Вручили ключи от новых квартир. За 8 месяцев построили 4-этажный дом для работников бюджетных организаций. В новую квартиру семья Хаймулдиновых первым делом запустили кота. Супруги – медики. Жена – дерматовенеролог, муж – хирург. В Сузуне работают около 5 лет. Планы есть, что-то купить. Уже список написан. И, в принципе, приятные ощущения. Это для нас радостный день, долгожданный. Новоселье сегодня справляют сразу 8 семей. 5 медицинских и 3 педагогических. Квартиры под ключ. Это двухкомнатная. Здесь больше 50 квадратов. Одна кухня, только 12. Есть уже и раковина. Сюда можно подключить печку, а с балкона вид на будущую детскую площадку. Новое жилье, доступная и современная медицина, садики, школы, развитие социальной инфраструктуры делает Сузунский район комфортным и привлекательным для молодых специалистов. Поэтому реализацию социальных программ в регионе необходимо продолжать. Как я уже говорил, что Сузун представляет собой большую стройку. А все заключается в том, что это все было в наказах избирателей. Вот. И те наказы, которые нам наши избиратели давали, вот налицо сегодня их выполнение. Екатерина Стывко, Антон Мамаев, новости ОТС.